Я посмотрю этот на декор хорошо и самую красивую себе возьму. Ой, я под колеса застрял. Нет. Ты даже из туалета не можешь выбраться. Блин, это что такое? Скорее. Ну, просто когда на машине вот это, оно просто упадет и все ножи. Ну да. Там есть. Что-то слишком дрифт. Ой-ой-ой. Это как? А, я перевернулся, что ли? Ну да. Ой. Еще один человек остался без машины благодаря мне. Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки вот этих двух челиков, которые сидят справа и слева меня, у которых в шапке по 3000 робуксов. Ладно, это не важно. И можете посмотреть на кота, который так пугает своими глазами. Ну, все, пошлите. А чё я тут без микрофонов-то? А, вот сюда вот. Да, окей, не слышно. Хорошо. Так, первая это трасса, да, какая-то большая? Ну, типа того. Это трасса Румянс, да. Так, а это получается 4 машинки. Ну, да, посмотрим на декор. Одна. И одна его красная Ламборджини. Это Феррари. Я посмотрю этот на декор хорошо и самую красивую себе возьму. Окей? Ладно. Так, кот, ты заслуживаешь эту машину, явно. Ладно. Тебе подходит это... Садись. У нее подвеска есть и руль есть спереди. Хотя давайте я все машины посмотрю. Вставай. Кот, даже этой машины тебе не достанется. Но тут декора поменьше, чем других. Сейчас сяду. Да. Эту машину сделал за полчаса примерно. А чё она не едет? В смысле не едет? А, заморозил сейчас я. Разморозьте, пожалуйста. Так, эта машина... А я не выберусь. Она дрифтит хорошо. Ну, не знаю. Если очень быстро ехать, то, по идее, можно вывалиться, а так... Но она едет, у нее есть подвеска, это круто. И она вот так дрифтит. Блин, крутая машинка, но декора мало. Ой, я, кажется, этот застрял. Блин, это что такое? Да, вот тут косяк с подвеской, но... Короче, ладно. Можно про эту машину забыть. Про эту машину забудем. Кот у нас останется без машины. Подожди, нам тебя немного жалко. Так, ну теперь я посмотрю, какую машину. Вторую, если мне ее дадут, конечно. Спасибо. Ладно. Это красиво, может, я все заберу. Тут салон есть, а у этого более внешка. Ну, тут есть что-то в внешнем виде, да, я вижу. И можно от первого лица смотреть, правда. Сначала я строил как Ламборгини, но получилось как Феррари. Я не знаю. Ой, ну ладно. На гарпуне, у меня просто чуть-чуть это залипает, что ли. Не знаю. Ой. Ладно. Гарпуном. Еще один человек остался без машины благодаря мне. Так. Поблагодарите меня. Ладно. Уже 2 человека без машины. Так, побежим смотреть следующую машину. Может, ее тоже угробим. Что, портал не работает. А машины это все вместе, да, в одном слоте? Перезагружать долго будет, да? Да, мои будут долго перезагружать. Да, а я могу... Ну, мои, по идее, недолго, но у меня же еще автобусы, тракторы, и там одна постройка, я не знаю, если будет время, может, я покажу, не знаю. Так, здесь расфиксируйте меня, я сейчас пойду спасать ту машину. Смотри, здесь управление на стрелочке, ту машину не желаю... Ну, не советую спасать, потому что ее долго настраивать, плюс трек отдельно. Стоп, а куда? А как мне ехать? На стрелочке нажимай. Ой, а Ctrl не надо, да, было нажимать? Да, Ctrl это дрифт режим, дрифт мод. Ой, стоп. Так. Сейчас исправим. Сейчас, я ищу, как это задвинуть поршень. А, я перевернулся, что ли? Ну да. А, я не видел. Почему машины все переворачиваются, которые у меня? Чтобы задвинуть, это левый шаг. Я уже сам нашел, я просто на поршень кликнул. Не, может, перевернете, я куда-то еду. Ладно, сейчас, секунду. Тащите. Кресло пилота ставьте. А как гарпуном переворачивать машина? Кресло пилота надо поставить сверху и перевернуть. Ну ты, конечно, с самонаводящимся гарпуном. Блин, меткий очень ты. Давай, на, садись. Я же поставил. Садись, переворачивай. Ну, а теперь ты будешь там внизу. Сейчас отъеду, подожди. Так, что эта машина может делать? Мне есть вас не... обычный гоночный режим, есть режим дрифт-мод. Да. У меня колесо опять, блин. Да что такое? Ладно. Стенки надо повыше делать. На треке просто тут немного по-другому. Тут необычная земля, то есть у меня же на той машине
была немного другая система. О, все, еду, вот. Ездила. Ну, у этой машины внешка получше, вот я заметил. Да. И колеса красивые. А внутри, ладно. Колеса, кстати, мне помогал ваш администратор делать Mark II. И... А, да. он на испытательные сроки, ну ладно. О, она очень быстро едет, но я так лучше не буду ездить, а то потом опять переворачивать придется. Слишком много времени. А можно так на скорости просто взять и повернуть? А как дрифт режим-то включать сейчас? А, правый Ctrl и чтобы потом обычный режим, это правый Shift. Так, вроде бы включил, да? Там если снизу... Что-то да, слишком да. Дрифт. Ой-ой-ой, это как? Машина летать научилась. Так, ну я возвращаюсь на базу. Так, сейчас. Да, только задвинь. На правый шаг нажми. Я уже и так задвинул. Ну, все, приехал. Тут немного сложно, да, поворачивать на вот этой, ну, как сказать, дороге. Потому что тут вообще мало места, и машина просто вылетает. Или это я не умею водить. Ладно. Так, осталась последняя машина. Может, гонки все-таки устроим? Не знаю, можно, но... Больше машин. На машину упало, просто их перезагружать долго. Не знаю, можно, но тут машины разные скорости, они там по-другому. Вот тут каких-то один механизм, у других другой. Ну, может, все-таки будет гонка? Ладно, можно, в принципе. Перезагружай тогда. Не знаю, может, сначала другие постройки покажем. Давайте я сейчас тогда приеду сюда. Ты типа их дюпаешь? Пока показывай, я буду спавнить все остальное. Ты пока показывай. Да, вы тогда ко мне в команду зайдите, хорошо? Пока что? Он пока перезагружать будет. Так, а что нам делать-то? Мы эти машинки... Ко мне, по идее, в команду зайти. Он сейчас перезагружает трек, я так понял. Я в красный пока что. А зачем заходить к тебе? Не знаю, он сейчас постройки перезагружает. Мне не сильно будет удобно там пока заспамнить. Ну, будем ждать. К водопаду. Помогайте, пускайте команду. Ну, давай тогда мы посмотрим пока эту постройку, да? Пока твой друг там что-то делает. Стой, закрой. Все. Оно не должно быть открыто. Закрой. Все сначала. Начинаем смотреть вот этот... Что это? Дом на колесах. Дом на колесах? Нормально. Да. Дверь открывается. И закрывается. С двух сторон, а не как в одном лифте, в котором я потом выбраться не мог. Ладно, это же другая история. Заходи, что я буду делать без тебя? Тут есть подъем. Прикольный. Ладно, это не особо такое. Тут есть еще что-то. Руль может, наверное, поворачиваться. А нет, не может. Так, как мне вылезти отсюда? Тут спят? Что тут делают? Что тут делают? А, тут едят, по идее. А, стоп, я своими грязными ногами. Просто. Ну да. Эта штука выдвигается и задвигается. Просто так, когда она сдвигается, там небольшой баг есть. Я так еще не помню, как его убрать. Не знаю пока что. Потом уберу. О, есть три кнопки. Так, если я нажму на одну, что что-то взорвется, наверное. Одна это свет, вторая вот это выдвигается. Вот оно так трясет. Это баг как раз. То есть вот обратно оно выдвигается. Другая свет, а другая это маркиза. Она там вот выдвигается снаружи. Вот это верхняя. Что-то выдвинулось. Это что такое? То, что ты говорил, все оно просто. Да. Так. О, то есть, да, зачем выдвигает? Выдвигаться, толку-то нету, ну ладно. Ты не знаю, места больше, так обычно есть в домах вроде. Ну, не знаю. А это что за кнопка? О, там это снаружи маркиза. Сейчас, сейчас я открою, покажу. О, таймерами. А зачем так? Ну, так красивее выдвигается, только она потом складывается обратно, также по таймерам. Я не знаю, как это убрать, я не помню просто. Я с таймерами редко работал, очень редко. Ну, ты неправильно просто их настроил, наверное, и все. Ну, нет, а они же... Нет, в обратном повороте надо было другую кнопку сделать, которая была по-другому привязана, другие таймеры. Ну, ладно, это... Это долго просто. Это не долго, это надо просто два таких же таймера, только наоборот. Сначала поршни, а потом... А, помню. Ну, потом сделаешь, если хочешь. Ладно, так. Так, тут у нас... Тут холодильник, ого, какой. Трехъярусный. Холодильник. Наверху можно найти шаурму. А, ее уже кто-то до меня съел. Да, ее нету. А тут, ну ладно. Так, ладно, тут есть умывальник. Только вода никуда не выльется, поэтому у нас машина затопится. Тут есть вилки. Хотя нет, тут только ножики. Это ножи. Да, это ножи. Я не помню, как вилки делаются вообще, в чем они лежат. Они там в шкафах лежат. У меня тут шкафов не вижу, я их не делаю вроде. Да и не знаю, где делать их. Можно наверху делать или вот тут? Да, наверху скорее. Ну, просто когда на машине вот это, оно просто упадет, и все ножи. Ну да.
А тут у нас туалет. Ну вот как раз таки сюда ножи прилетят. Страшно будет. Дверь закрывается. А правда она болтается, ну ладно. Ой, тут что-то закрылось. А, это тут помыться можно. О, тут можно закрывать друзей, которые снимают обзор на твои постройки. Откройте. А, я вылезти уже все не могу. Ну да, не может, просто тут места было слишком мало, чтобы поставить. Спасите меня. Если бы я поставил, в ней нормально даже ходить бы, наверное, нельзя было. Ты даже из туалета не можешь выбраться. По идее, да. Ладно. Что за дом такой? Выпустите меня из туалета. Так, а тут еще что-то есть сзади. О, это место, в котором я нахожусь целый день. Ой. Ага, это типа, я такое видел в одной машине. А, то есть тут дверь еще, вот эта последняя кнопка, она дверь закрывает. Я не знаю, просто как это поменьше сделать, то есть там и она когда закрывается, можно сказать, на замок, то есть сам подходить к ней тяжело бывает. Ну что тут как бы такая, я ее могу в принципе показать. Так, вот надо тут, выключить вообще свет. Не подойти, а с той стороны можно. Подожди, мне нужно кое-что сделать. Ладно. Сейчас, закрой все проходы неоном. А нет, сейчас я сам. Ладно. Я сам. Я буду спать. Получился телевизор. Какой телевизор? Ну вот, телевизор. Так, ну ладно. Ну это похоже теперь на телевизор. И теперь я буду тут спать. На выход. Там я коллизию брал, можешь выходить. А я буду спать. Сейчас я дверь открою. Вот все открыл, теперь ее можно открывать. Ой, я под колеса застрял. Нет. Ой. Это не лучший отдых. И открывай неон, выходи. Сюда. У меня тут авария. Смотри, сейчас, где я. Сейчас, не топчи мою кепку. И мою птичку. Сейчас. Я ходячая кепка. Я попробую. Я шпион. Проникший. А нет, я играю в прятки. Я не знаю, сейчас я попробую арки сделать этими прозрачными. Открой. О, вижу тебя. Ща. Ну, снаружи тут еще есть это электричество. Вот, вот все, можешь попробовать выйти, я вроде сделал прозрачным. Именно через середину. Тут середина прозрачная. Или оно не так не работает, да? Вот, попробуй теперь. Именно через середину, ура. Да, вот. Я выбрал все. Так, тут еще сзади есть велосипеды. Да. А, только сказал про это. Они большие очень, я не знаю. Так получилось, но это для дома вот, они подходят. Это знаешь для кого? Сейчас скажу. Да, это для вот таких человеков. Ну да. Стоп, просто у меня есть идея. Давай представим, что у тебя закончилось топливо. Ладно. Я пришел на помощь. Так, поехали. Я на помощь пришел. Помогать машину таскать. Куда путь держим, говори. Я донесу до любой точки в этом мире. Так. Ой, ты только в машину залезай. На что если поиграть в игру? Это автобус такой маленький, миниатюрный. Так, сейчас я трактор тогда загружу. Давай.